Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Здравствуй, YouTube. Сегодня мы приготовим замечательное блюдо, закусочное из кабачков. Это очень вкусное, наинежнейшее блюдо. Итак, берем два кабачка. Очищаем от кожуры. И нарезаем на кубики. У меня кабачки молодые, в них семечек нет, поэтому я их так и нарежу. Если у вас кабачки с крупными семенами, лучше их удалить. Кабачки у нас готовы. Одна луковица. Нарезать мелко. Одну морковь мелко натереть на терке. Добавляем немного оливкового масла, примерно 4 столовые ложки. Обжарить лук до полупрозрачности. Добавить морковь и все хорошо вместе протушить. Это примерно 3-4 минуты. Если масла будет мало, добавьте еще 2 столовые ложки, но будьте осторожны с маслом. Вот так у нас должно получиться. Я добавила 2 столовые ложки масла. Морковь впитывает очень много масла. Добавляем кабачки. Все хорошо перемешать. Перец, соль. Все, конечно, добавляйте по своему вкусу. Закрываем крышкой и тушим примерно 15-20 минут. Все зависит от кабачков. Следите, периодически открывайте крышку. Вот. У меня все готово. Видите, жидкости нет. Все хорошо протушилось. И теперь оставляем до полного остывания. В миксер
Наши кабачки с морковью и луком. Два зубчика чеснока. Чеснок также отрегулируйте по своему вкусу. Свежий укроп. И плавленый сырок. Здесь у меня 140 грамм, но я добавлю только 100 грамм. Этого будет достаточно. Остальные кабачки. Мне легче перемешивать все это слоями. А вы можете все сразу туда добавить в миксер и перемолоть. Обязательно попробуйте на соль и перец. И вот такая красота у нас получилась. Украшаем очень хорошо и на праздничный стол, и в будни. С хлебушком, с гренками. И просто так. Спасибо за просмотр и до новых встреч!